я начала делать бусы в стиле боха. Здесь будет светлое дерево, бирюза, рудракша. И вот такие вот светлые, бусинки. Ну, что получится, я вам покажу. Чтобы украшение не было таким тяжелым, а вот эти камни очень тяжелые, ну, для бусин, я их чередую с деревом. Рудракшу, вот остались у меня две бусинки. Рудракшу вставлю. И вот эти вот элементики, они очень легкие. В каждом своем видео я показываю, как это делать прям подетально. Поэтому уж, ну, простите, говорить одно и то же очень тяжело. Вот, поэтому я просто пины с колечком, продеваем бусинку, сгибаем, делаем петельку и соединяем все это вместе. К этому украшению можно будет одеть еще простые бирюзовые бусы какие-то, короткие или не очень короткие, или просто деревянные бусы. Это будет смотреться очень органично. Вот. Ну, это украшение у меня будет симметричное. Обычно я очень люблю делать асимметрию, но тут нет, будет симметрично. Ну что же, вот и готово украшение. Вот такое яркое, модное и красивое. А теперь я вам покажу с другими еще с бусинами. Ну, посмотрите сами. Вот с такими крупными бусинами. И с мелкими. К сожалению, у меня нет готовых бусин прямо из дерева. Но можно и вот так. Можно даже и просто бронзовую цепочку и на ней камушек бирюзы. Ну, я надеюсь, что вам понравилось. Жду ваших откликов. Спасибо всем огромное за внимание. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Будем вместе с вами творить.